конечно, хотели выиграть в Краснодару, но думаю, сами Бог хотел так, чтобы мы играли дома в Черкизово пред полным стадионом и после 14 лет выиграли эти кубки. Кубок России ты уже выигрывал, сегодня стал чемпионом России. Это разные эмоции, разные по весу даже. Конечно, разные эмоции. Чемпионство это 30 игр. И я думаю, в этих 300 игре мы были лучше от всех, что сегодня им показали. И это огромный успех для всех в клубу. И я благодарен и болельщикам, и всем, кто работает в клубе. Это не только от команды и тренера, это от всех них. Они все заслужили. Сколько бутылок шампанского вмещается в Кубок России? Сколько в чемпионский кубок, как думаешь? Не знаю, но знаю, что вечер будет очень долго. И... Но я могу сейчас сказать, что буду очень пьяный сегодня.